Делаем барашека из мультика «Малышарики». Делаем ротик, потом глазки. Ух ты, какой веселый карандаш! Уже почти похож на настоящего барашека. Ой, ошибочка. Не беда. Стираем ластиком и рисуем дальше. Рисуем ножки. И маленькие лапки. А, да, забыли про ушки. Малышарик готов. А теперь давайте вспомним, какого он цвета. Нет, зеленый не подходит. Вот, другое дело. Барашек сиреневого цвета. Как красиво получилось! А теперь полезный совет от рыжего ежика. Ребята, а вы не забыли про наше правило? Каждый день делать добрые поступки. Например, пропылесосить у себя дома. Или сделать скворечник для маленьких птичек. Или просто сделать кому-то комплимент. Ведь все это очень здорово! Щелкни на картинку, чтобы посмотреть следующий мультик, и не забудь подписаться на наш канал.